Прежде всего, мы Магурупада Падме, Нитилила Правишна Омишна Пад, Аштата Рашата, Шри Шримат, Бхакти Шри Рупи, Сиддханти Госвами Махараджа. Я предлагаю бесконечное саштанга дандават пранамы, склоняясь к его лотосным стопам. Также моему Шикша Гурупада Падме, Нитилила Правишна Омишна Пад, Аштата Рашата, Шри Шримат Бхакти Виданти, Шри Ля Нарани Госвами Махараджа. Я предлагаю свои Шрадха Пушпанджали, возлагая их к его лотосных стопам. Также я прошу всех вайшнавов и вайшнавы принять мои поклоны. Харе Кришна. Сегодня благоприятный день явления Авирбхав Маха Махотсав Вриндавана Даса Такура. Кем он является? В Кришна Лиле Вриндавана Даса Такура предстает как Веда Вьяса. Бхагаван нисходит в этот мир, например, в облике Рамы. Разве он приходит один? Нет. Вместе со своими родителями, Ситой Деви, с тремя братьями. Все они сопровождают Господа Рамачандру, когда он нисходит в этот мир. Подобным образом Кришна также приходит в этот бренный мир не один. Он приходит с Радарани. Когда Кришна захотел прийти в этот мир, он спросил Радарани: «Пойдешь со мной?» Радарани спросила: «А куда?» Кришна сказал: «В бренный мир, чтобы одарить благом джив». Радарани сказала: «Нет, не пойду». «Почему?» «Но там же нет Гирираджа Гавардана, где нет Ямуны Гирираджа, нет Нандага Грама Варшаны, нет Вамшивата, где нет Нитхувана, ни Кунджавана, также нет моих родителей Вришабана Махараджа и Киртики. Нет моих сакхи, подруг. Зачем я пойду туда одна?» Кришна ответил: «Ну я же тоже не один пойду, и ты не одна пойдешь. Со мной пойдут мои родители, также пастухи, и даже всех коров я возьму с собой. И ты тоже не одна отправляйся, возьми своих родителей, сакхи, все они пойдут с тобой. И вся Галока Вриндавана также не зайдет в этот материальный мир. Все ваны, леса, подлески, Варшана, Говардан, Рада Кунда, Шьяма Кунда, все святые места не зайдут». Радарани сказал: «Ну, тогда пойду». И Шри Чайтанья Махапрабху, когда нисходит в этот мир, также нисходит не один. То есть Господь никогда не приходит один. Шри Бхактивинода Такур поет, цитата из Баджана: Кришна Чайтанья Прабху Джива Дайгори. Махапрабху, чтобы пролить милость на джив, на душ, приходит со своей дхамой, обителью, со своими бхактами, парикарами, спутниками. Всех их он берет в этот мир. И Ведавьяс также не зашел в этот мир. Зачем? Если бы Ведавьяса не пришел, то что бы мы сейчас делали? Ведь он записал Шримад Бхагаватам. Если бы Ведавьяса не записал Бхагаватам и не записал Пураны, разве мы бы знали сейчас о Кришне? Если бы он не провел Махабхарату, Бхагавадгиту, Пураны, Веды, Упанишады, Рама, Веды, Упанишады, разве бы мы знали о Кришне, если бы эти писания не были проявлены Ведавьясой? В особенности Шримад Бхагаватам, дополнение к Ведам, Упанишады, Пураны. Проявив все их, но не проявив Бхагаватам, Ведавьяса не чувствовал счастья. Тогда Нарада не зашел к нему и объяснил, что ты несчастлив, потому что объяснил, как жить семейной жизнью, зарабатывать деньги, отправиться в небесную обитель. После этого рассказал, что душа возвращается в материальный мир из небесной обители. То есть рассказал о дхарме, артхи, каме и мокше.
Но ведь джива — это кто? Ишвара Амша Джива Абинаша. Джива — это частичка. Это сын Господа. Тумева мата ча пита тумева. Цитата. Господь — наш Отец. Но мы забыли Его и погрузились в эти материальные дела. Что значит самсара? Самсара означает, что мы всегда вращаемся здесь, всегда принимаем разные облики, и мы здесь не развиваемся, наоборот, деградируем. Сколько уже наших отцов покинули этот мир, и мы тоже покинем его. Сансара — это то, что анитья, не вечное. То, что постоянно меняется, то, что приходящее, то, что по сути свое ложное. Это сансара. Но джива — это дитя Господа. И как дитя, обязанность ее в чем заключается? Чтобы служить Господу. Например, ребенок, если с утра просыпается, касается стоп родителей, слушается их, заботится о них. Родители будут счастливы, что у них такой заботливый ребенок. Отец что делает? Всю жизнь тяжело трудится, чтобы заработать состояние. Ради кого? Ради своего сына. Родители ведь всегда хотят, чтобы дети жили счастливо, не испытывали никаких трудностей. И каким детям они оставят свое достояние, наследство? Тем, кто слушается их. А если ребенок не слушается, то, конечно, родители скажут: «А какие у тебя права на наследство? Ты не служил нас, нам не слушался». Скажут так родители? Конечно. Сейчас коронавирус. Очень многие люди умерли и не могут даже получить кислородные маски. Даже если они готовы заплатить лакхи, сотни тысяч, все равно они не могут получить должного лечения. Не хватает даже кислородных масок. Но ведь мы вдыхаем кислород через нос. Вдыхаем или нет? Да, даже когда спим, укрывшись одеялком. Все равно мы дышим. А почему люди сейчас умирают? Потому что не хватает кислорода, не хватает кислородных масок. Но мы, когда спим, получаем кислород через дыхание, через нос. Кто же обеспечивает нас этим кислородом? Скажите. Кто дает нам кислород, который мы вдыхаем через нос? Господь. И благодаря этому мы живем. Поэтому мы в долгу перед Кришной, так же, как мы в долгу перед родителями. Моса моку накутила канаками. Сурдас говорит: Джину тану дехи. Господь дал это человеческое тело нам. Это просто бесценное сокровище. Но мы ничего, по сути, для него не делаем. Но усилия прикладываем для кого? Для обычных людей. Даже если мы стараемся для себя, как правило, еще больше мы стараемся ради мужа, жены и детей. Но что они испытывают, счастье или нет? Хвалят они нас? На самом деле, за спиной они могут даже нас критиковать. Свекровь, свекор могут ругаться на своих родственников. То есть, по сути, ничего, кроме неблагодарности и оскорблений, мы не получаем в ответ, какие бы усилия ни прикладывали. Поэтому Сурдас и говорит эту шлоку, и объясняет, что мы забыли того, кто действительно дал нам все, кто заботится о нас. Цитата. Именно поэтому Нарада сказал Ведавьясу: «Конечно, ты описал много, но о чем? О дхарме, архе, каме и мокше. То есть о том, что еще больше порабощает душу. Ты объяснил, как яги совершать, как приносить в жертву животных, совершать подношения предкам. И ты еще и сказал, что наслаждайтесь семейной жизнью, сколько вам захочется. Потом постепенно вы присытитесь, и появится у вас отречение. Но разве это так? Спросите тех, кто живет обычной жизнью. Конечно, нет. Чем старше становится человек,
тем сильнее становится у привязанности, хотя, казалось бы, у него должно быть отречение. Но нет, с возрастом люди еще сильнее привязываются к внукам, внучкам. То есть чем старше человек, тем больше у него асакти, тем больше у него привязанности к материальному миру. Никакого отречения от мирского не появляется. Хотя майя бьет. Бьет как ослика, который тяжело работает. Родственники, что это означает? Это означает, что родственники ругают. Нет мира. То есть майя бьет так. Но все равно не появляется отречение от мирского. И в чем же подлинное благо в бхакти? То есть не в том, чтобы описать то, что еще больше привязывает к мирскому, а в том, чтобы описать бхакти. Рассказать о лилах Господа. Поэтому Нарада спрашивал Ведавьясу, а рассказал ли ты об играх Господа? Как он играет с друзьями, например, кушает остатки их пищи? К примеру, Кришна и его друзья увидели наверху манго. Что они сделали? Четыре-пять мальчиков встали снизу, трое залезли на них, еще двое сверху, и тот, кто на самом верху, достал манго. Сначала попробовал сам. Потом передал ниже, там тоже попробовали. Те передали еще ниже, там тоже попробовали. И до Кришны дошла уже косточка, но он с большим удовольствием ее полизал, погрыз. Косточку от манго. Настолько он покоряется любви своих друзей. Он даже готов стать их лошадкой. Когда он играет с друзьями, они говорят, будь лошадкой. Он сказал, не буду. В смысле, не будешь лошадкой Кришна? Эй, ребята, оставляем его одного, пусть сам с собой играет. Тогда Кришна говорит, нет, пожалуйста, буду я лошадкой. Будешь? Ну давай, поехали, тронулись. Поехали туда. А мама еще, да, крутит ушки Кришне. Ругает его. Говорит, не возьму я тебя на колени. Я тебя только что вымыла, а ты уже извозюкался с друзьями, когда играл. И Кришна просит, мамочка, ну пожалуйста, возьми меня на колени. Да не возьму тебя, ты грязнуля. И насколько же велика любовь ее к Господу, что он сам просит, чтобы его посадили на колени. А во время раса лилы Кришна признается гопи. О, дорогие гопи, даже если я буду жить так же долго, какова жизнь Брахмы, я все равно не смогу отплатить вам за ваше бескорыстное любовное служение. Нарада спросил Ясадеву, рассказал ли ты обо всех этих лилах? Нет, ну поэтому ты несчастлив. Ведь когда мы обретаем счастье удовлетворения, когда мы слушаем чудесные лилы Господа. И вот именно это подарит подлинное благо душам и подлинное удовлетворение. Что такое Кришна Катха, говорит Капиладева своей матери? Расайна Катха – это расайна, то есть то, что дарует расу, нектар, приятно для сердца и для слуха. Вот посмотрите, даже сейчас мы слушаем Катху, и хотя мы соприкасаемся с материальным миром в другое время, вот когда мы слушаем Катху, сидя в храме, то мы чувствуем удовлетворение, покой. Наш ум успокаивается, потому что пища для сердца, для души – это именно повествование о Господе. Тело грубое мы кормим овощами, зернобобовыми, а вот для души какая пища нам нужна? Это бхакти, бхаджан Бхагавану. Именно это удовлетворит душу и успокоит наш ум. И Нарада поэтому сказал Ясадеву, «Ты поэтому несчастлив, что не описал бхакти. Если хочешь обрести счастье, расскажи прекрасно о Господе». Ведь если мы хотим стать счастливыми сами, также нужно помочь другим. Ведь если мы других делаем счастливыми, и мы радостны. Если мы другим причиняем беды, и мы тоже несчастливы. А как же осчастливить других? С помощью бхакти, катхе о Господе. Поэтому сейчас, о Вьясадева, прояви бхагаватам. И тогда Вьясадева что сделал? Бхакти йогена манаси самьяк. Цитата. Он сел в медитацию и благодаря божественному зрению увидел весь Вриндаван. Когда калпаврикша, древо желаний, под которым стоял Кришна со своими
Гопи являл Раса Лилу. Как он ходил по домам, воровал масло. Все лилы Господа увидел в Ясадев. И получив их даршан, он записал их в виде Бхагаватам. И вот именно этот Вьясадев, чтобы одарить души благом, пришел как Вриндаван Дас Такур в этот мир. Вриндаван Дас Такур кто? Это Ведавьяса. Ведавьяса кто такой? О Господа, есть 6 видов аватар. Манвантара аватара, Пуруша аватара, Гуна аватара, Лила аватара, Шактявеша аватара. И Юга аватара еще. 6 видов аватар. И Вьясадева — это Шакти Авеша Аватара, то есть тот, кто уполномочен Господом, кто наделен его Шакти, энергией, поэтому Шакти Авеша. И благодаря этой энергии Господь являет чудесные деяния. Шакти Авеша Аватара. Так отзываются о Ведавьясе. И также говорится «Вьяса Нараяна Своям», то есть «Вьяса сам Нараяна». Нараяна в облике Вьяса пришел, чтобы даровать нам благо. Для этого он записал Гранхи, священное писание о Господе. А Чайтанья Лила Вьяса — это Вриндаван Дас Такур. То есть Вриндаван Дас Такур описал Игры Махапрабху, а Ведавьяса описал Игры Кришна. Манушья Роча Танари Айчи Гранханханья. Цитата. Читание Бхагавата настолько прекрасно, что кажется, что сам Махапрабху говорит устами Вриндавана Даса Такура. Нирантара Папа Пала. Цитата. Какие возвышенные наставления. Если мы будем изучать постоянно Чайтанья Бхагавата, изучайте? Не изучайте. Надо изучать. Если мы будем изучать это писание, то наполнимся этой чудесной сладостной катхой о Господе. Узнаем о том, какое положение было до прихода Махапрабху, как женили между собой собак, устраивали свадьбы кошек, поклонялись Деви, то есть Дурге, убивали козлов, чтобы приносить их в жертву, пили спиртное. И видя это положение, Адвайта Ачарья был глубоко опечален. Он думал, как же одарить благом души, как привести их на путь бхакти, чтобы они перестали устраивать свадьбы кошек и собак. Ведь сейчас они не уделяют никакого внимания бхакти. Если кто-то даже изучает писание, только чтобы похвастаться знаниями логики. И видя это положение, Адвайта Ачарья думал, пока сам Махапрабху не зайдет, души не получат подлинного блага. Кроме того, это Кали-юга необычная. Она называется Дхани Кали-юга, Рачитани Аватар. Один раз в день Брахмы Махапрабху не сходит в этот мир. Он приходит не каждую Кали-югу. А сколько длится один день? Это 1000 чатур-юг. А 1 чатур-юг — это сколько? Кали-юга сколько длится? 432 000 лет. Два про-йога сколько длится? В 2 раза больше, чем Кали-юга. Третья йога сколько длится? В 3 раза больше, чем Кали-юга. И Сатья-йога? Какова ее продолжительность? В 4 больше, чем Кали-юга. И вот чатур-йога — это все вместе 4 йоги. 1000 раз, когда сменяются, это один день Брахмы. И вот это просто миллионы лет, и в этот короткий период времени приходит Махапрабху так редко, чтобы даровать служение Радарани. Махапрабху дарует эту редчайшую прему. Ведь другие даруют Вайди Бхакти. И дживы могут подняться только на Вайкунху, максимум на Айонхи. Даже если вдруг на Двараку, то в Раджа према абсолютно невозможно до прихода Махапрабху. Что уж говорить о том, чтобы служить Кришне под руководством Радарани.
под ее анугати. Чтобы совершать Никунджа Севу, это исключено, это дает только Шри Чайтанья Махапрабху. И поэтому, если бхакты следуют Махапрабху, находятся в его анугате, они могут это обрести, а иначе нет. Шастры не раскрывают этого. Махапрабху дает эти сокровенные истины, доступ к ним. Поэтому Рупа Госвами описывает его как Наму Махава Даньяя, необычайная милость его. Ведь были многие другие ачарьи садхи, но о Прабху, о Господь, так же, насколько ты милосерден, никто не милостив. Анарпита Чарим Чарат, ведь ты даруешь ту прему, которая жаждет даже возвышенные личности. Именно ты ее даешь, о Махапрабху. Возможность служить Радарани в Никунджах. Ту севу, которая недоступна даже Прана Прештха Саки, то есть Лалите и Вишаки. Даже у них нет доступа в самые сокровенные лилы Рады и Кришны. Но манджари, маленькие девочки, которые служат Шримати Радарани, могут беспрепятственно войти в эти никунжи и совершать служение к Шри Кришне. Итак, Адвайта Ачарья думал, я не могу дать эту возвышенную прему, кто может дать ее? Махапрабху. А Адвайта Ачарья кто? Это Махавишну. Но он думал, я не могу дать эту прему. Это только Махапрабху может. То есть даже Садашива не дает такую величайшую прему. И поэтому Адвайта Ачарья Наши думал, как же быстрее призвать Господа в этот мир. Он изучил все шастры и нашел в них одну шлоку, Туласи Даламатрина, цитату. Если кто-то подносит один листик Туласи и пригоршню воды Ганги из сердца, взывая к Господу, предлагая ему это подношение, то Господь настолько становится ему обязанным, что он даже не может понять, как ему отплатить за такое щедрое подношение, за пригоршню воды Ганги и за листик Туласи. Он фактически начинает чесать себе макушку, думая, как же отплатить за такое щедрое подношение. То есть, какова же слава, какова шакти, могущество, энергия Ганги и Туласи? Даже самого Господа они ставят в столь затруднительное положение. Поэтому Адвайта Ачарья начал поклоняться Господу водой Ганги и листиками Туласи и преуспел в этом. Говорится, Шутя Чина Кирсагара Бетара. Господь спал в молочном океане, но громкие призывы Адвайта Ачарьи прерывали его сон, поэтому его называют Нараяна, то есть Нара. Его асана шаталась от того, насколько громко Адвайта Ачарья взывал к нему. Поэтому Господь не зашел в этот мир и проповедовал бхакти. Своим собственным примером он показывал, как следовать Хари Бхакти. Шри Вриндаван Дас Такур чудесным образом описал игры Махапрабху. В нашем Гаудия Матхе очень часто изучают читание Бхагавата. Почему? Потому что Махапрабху чудесным образом описан в этом произведение. Также раскрыто, что такое бхакти. Слава бхакти, так как она изложена в читании Бхагавате, не встречается больше ни в одной другой гранхе. Вы можете изучить другие писания, но не найдете такого чудесного прославления бхакти. Поэтому что нужно делать? Нирантара, постоянно изучать читание Бхагавату. И тогда наш разум, который сейчас нечист, очистится. И Кришна према войдет в наше сердце. Мы погрузимся в нектар Кришна премы, благодаря чему? Ежедневному изучению читания Бхагавата. Вы можете читать даже по одной главе 10-15 минут. Понимаете, Бенгали? На Бенгали написано читание Бхагавата. Если нет, можете читать перевод на хинди. Но старайтесь также и бенгали немного изучать. Читайте понемногу, и вы увидите результат.
Первоначальное читание Бхагавата называлось читание Мангала, но затем название было изменено. Как называется произведение? Читание Бхагавата, то есть, по идее, посвящено читанию Махапрабху. Но как оно начинается? Аджана Ламбита Баджао, цитата. Это Мангала Чарана, то есть первая шлока, первый стих читания Бхагавата. Как называется писание? Читание Бхагавата. То есть, по идее, о Махапрабху нужно говорить. Но что описывает Вриндаван Дас Такур? И Махапрабху, и своего Гурудева в одной и той же шлоке. Почему? Цитата. Прадхаманту Гурум Паджам. Цитата. Кришна говорит, если кто-то хочет обрести благую удачу, то, поклоняясь Господу, он вначале должен совершить поклонение Гуру. Например, если перед нами стоит Чаринамрита Гуру и Чаринамрита Господа, что сначала нужно почтить? Чаринамрита духовного учителя. Гуру Говинда Дао Кары Каки Лагапалу. Поклониться тоже сначала нужно Гуру, а затем уже Господу. Поэтому, отдавая должность своему духовному учителю Нитинанде Прабху, Вриндаван Дас Такур в первой шлоке описывает и Махапрабху, и Нитинанду Прабху. А Нитинанда это кто? Сам Баладева Прабху. Ведь он не отличен от Кришны. Например, Кришна Баларама. Посмотрите на них. Кришна какого цвета? Джаганнат какого? Темного цвета, а Баладев? Светлого. У них только цвет тела разный, а так различия нет. Они одна татва. Первая Каявьюха – это Баладева Прабху. То есть Кришна сначала проявил Баладева Прабху из своей правой части тела, а из левой части тела Кришна проявил Радарани. И из Баладева уже исходят все аватары, а из Радарани – все шакти, все энергии. Итак, Аджана Ламбита Боджа, первая шлока Мангала Чарана. У Гауранитая длинные руки. Их тело золотистого цвета Тапта Канчана Гауранги. Канакава Дату Санкиртана и Капитару. Оба они проповедуют Харинама Санкиртану. Ради этого они не зашли в этот мир распространять Санкиртану. Они учат Бхакти, Вишвамбара, поддерживают мир благодаря Бхакти. Камалая Такшо. Их глаза большие, красивые, подобные лотосам. Вишвам Барау, Двиджа Барау, Двиджа Барау, то есть оба родились в праванических семьях. Они Каруна Аватар, то есть олицетворение милости. После этой шлоки Вриндаван Дас Такур также начал описывать не только лилы и читания Махапрабху, но и Нитинанды. И начиная говорить о Нитинанде, он не мог остановиться. И говорил, писал о Нитянанде, то есть уже забывал немного о Махапрабху. Но ведь предполагалось, что книга будет о Махапрабху, а повествование о Нитянанде получается. В чем учение этого? Учение следующее. У нас должна быть очень сильная привязанность к лотосным стопам Гурудева. Например, если мы слушаем катху о Гурудеве, это благоприятно. Нужно слушать не только о славе Господа, но также о славе духовного учителя и вайшнавов. Поэтому Вриндаван Дас Такур в читании Бхагавате описывают множество лил, связанных с Нитянандой Прабху, прославляют его. И он описывает, что его Нитянанда Прабху настолько милостивый, что даже когда Мадай разбил ему голову, он сказал, цитата, «Ты что думаешь, что я тебе прему не дам, если ты мне голову разбил? Всего лишь раз повтори святое имя, и я одарю тебя любовью к Господу».
Еще раз. Настолько милостив мой Гурудев Нитинанда Прабху, говорит Вриндаван Дас Такур. Он так тщательно раздает прему. Он, по сути, ходит и просит подаяния от двери к двери. Какое подаяние? Он просит, пожалуйста, хотя бы раз повторите имя моего господина Гаура Хари, и я стану вашим слугой. Поэтому в баджане поется «Дуэнита читания боли». В этом баджане поется «Мой ум танцует, слыша имя Нита Гауранги», ведь они настолько сострадательны. Нитинанда Прабху не делал различий между тем, в какой семье человек родился, какое у него происхождение. Он всем давал прему. Кроме того, Нитинанда Прабху прославлен тем, что он служит Кришне 10 способами в 5 расах. Например, одежда Господа, его украшение — это Нитянанда, асана Господа, его падука, обувь, одежда. То, что используется для служения Господу. Например, караталы, мриданга. Это тоже проявление Нитянанда Прабху. Ради служения, ради севы Кришне, Нитинанда Прабху принимает облики всех этих предметов, которые используются для Кришна-севы. Панчараса, то есть он служит в 5 расах, Шанта, Дася, Сакья, Вацаля, Мадхурия. В Мадхури-расе он предстает как младшая сестра Радарани, Ананга Манджари. Опять-таки ради служения Шри Кришне. Вриндаван Дас Такур описывает славу Нитинанда Прабху чудесным образом. Он возносит хвалу милосердию Нитинанда Прабху, тому, как щедро он раздает Кришна прему. Лочин Дас Такур говорит: Нитинанда Прабху что сделал? Цитата. Представьте себе плотину, которая сдерживает воду. То есть с одной стороны плотины вода в большом количестве, а с другой стороны сухо. Но если плотину открыть, разбить ее, то вода хлынет очень сильным потоком. И Нитинанда Прабху тот, кто разрушил плотину. И какая вода хлынула? Према. Он разрушил эту плотину, и према интенсивным потоком хлынула и затопила все вокруг, даже до Бароута дошла. Никто другой не мог сломать эту плотину, это сделал Нитинанда Прабху. Это его заслуга. Именно по его милости Кришна прямо затопила весь мир. И что же в конце говорит Вриндаван Дас Такур? Это парихары ое папе Ниндакару. Он говорит, даже если, услышав всю славу Нитинанда Прабху, кто-то осмелится усомниться в нем, оскорблять Нитинанду, я такому оскорбителю разобью голову. Так заявляет Вриндаван Дас Такур, да как вы осмеливаетесь критиковать Нитинанда Прабху? Я разобью вам голову за это. Прабхупада Сарасвати объясняет, это же Вьясадева. Как возможно, чтобы он кого-то избивал?
Разве это подавающее поведение? Прабхупада объясняет, на самом деле, если вайшнавы бьют, это такая милость. Подобным образом, если вайшнавы ругают, они через это даруют милость. Родители кого ругают? Своих детей. Чужих детей они не будут ругать. Своих детей не ругают. Почему? Потому что понимают, это мои дети. А чужих они не будут воспитывать. Только своих. Ради их же собственного блага, ради блага детей. Подобным образом, если вайшнавы прославляют, то это не особо благо. Они ругают, но подлинное благо, если вайшнавы кого-то ругают, именно это дарует подлинное благо. То есть, если вайшнавы вас хвалят, это не особо это благо для вас. А вот если вас ругают, это действительно для вас полезно. Это помогает улучшить жизнь, продвинуться в духовной практике. Например, кузнец что делает? Берет металл и начинает выковывать его. Благодаря этому даже цвет меняется, потому что металл очищается от примесей. Благодаря чему? Благодаря тому, что кузнец бьет металл и помещает его в высокую температуру. Кто делает эту тяжелую работу? Кто помещает в такие тяжелые условия? Кузнец. Ради чего? Чтобы выковать прекрасный меч, прекрасный металл. Поэтому Вриндаван Дас Такура говорит, что если кто-то будет ругать Нитьянанда Прабху, я побью его. И через это, таким образом, дарую благо оскорбителю. А как же родился Вриндаван Дас Такур? Его маму звали Нараяни. Кто такая Нараяни? У Шривасы Пандита было 4 брата. Мы говорим Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади. То есть об этом Шривасе речь, который входит в Панчататву. У него было 4 брата. Один из братьев женился. И у этого брата его жены родилась дочка, племянница. Племянница Шривасы. Ее назвали Нараяни. Когда Махапрабху совершал киртаны в доме Шриваса Пандита, он кушал прасад и остатки своей пищи давал преданным, но особенно Нараяне, то есть племяннице Шриваса Пандита. И она вкушала прасад Махапрабху. Ведь это же прасад Махапрабху, то есть его милость. И поэтому, вкушая милость Махапрабху в виде его прасада, она обрела такого чудесного сына, как Вриндаван Дас Такур, который написал Чайтанья Бхагавату, где чудесным образом отразил игры Господа и вознес ему хвалу. Сегодня день его явления. День явления того, кто проявил Чайтанья Бхагавату. За что мы перед ним в неоплатном долгу? Когда я присоединился к храму в Пуре, то первое произведение, которое я прочитал, это Чайтанья Бхагавата. И когда я читал это произведение, я плакал. В нашем Надхамандире Гурудев сказал, изучай киртаны, посвященные Шаранагати, учи их наизусть. И поэтому я сначала выучил все киртаны о Шаранагати, о предании Господу. И также Гурудев сказал, читай Чайтанья Бхагавату. Поэтому я выполнял служение, а также после этого читал Чайтанья Бхагавату. И такое чудесное произведение, что я плакал, как наш Гурудев Шрила Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж плакал, читая Рамачаритру, я плакал, изучая Чайтанья Бхагавату. Если вы даже хотя бы немного поймете это произведение, вы тоже заплачете. Ведь так чудесно описано Бхакти Према в этом произведении. Чье сердце останется нетронутым этим произведением? Даже каменное сердце растает. Поэтому все мы молим о благословениях Вриндавана Даса Такура.
о том, чтобы благодаря изучению его писания у нас развилась рати, према, лотосным стопам, читание Махапрабху. Мы молим об этой милости Вриндавана Дасатакура.